Как делать красивые цветы в стиле квиллинга? Начать изготовление цветов нужно с продумывания идеи. Сделайте эскиз и наметьте расположение будущих цветов, продумайте, какой вид цветов вы будете изображать. Изучите строение этого цветка, посмотрите фото оригинала в интернете. Обратите внимание на количество лепестков, листьев, длину стебля, подготовьте материалы. Первое – это бумага. Чтобы не резать бумагу самостоятельно, купите ее в специализированном магазине. Как правило, она продается в наборе из нескольких цветов. Выберите тот, который будет лучше всего подходить для ваших цветов. Также, подготовьте инструменты и клей ПВА. Из инструментов вам понадобится пинцет, при помощи которого будут закручиваться полоски бумаги. Если вы начинающий мастер, приобретите трафарет для деталей из квиллинга. Так у вас будут получиться ровные фигуры. Подготовьте рабочее место, чтобы не испачкать ленты бумаги и основу клеем ПВА. Продумайте, из каких деталей будут состоять цветы и сколько таких деталей необходимо. Детали лучше подготовить заранее и не спешить. Главное – наслаждаться процессом творчества. Квиллинг, одуванчики, фото. Одуванчики – символ наступления лета. Он имеет яркий желтый окрас, который украсит любую композицию. Изготовить одуванчики не составит труда. Квиллинг, гвоздики, фото. Яркие гвоздики можно сделать отдельно или добавить их в букет к другим цветам. Гвоздики смотрятся строго и богато одновременно. Сочетайте бумагу разных цветов, чтобы добиться реалистичности этих цветов. Квиллинг, ромашки, фото. Нежные ромашки, пожалуй, самые простые цветы в технике квиллинг. Их может сделать даже новичок. Более опытный мастер может сочетать ромашки с другими цветами, чтобы композиция выглядела богаче. Тюльпаны в технике квиллинг – мастер-класс. Тюльпаны – яркие весенние цветы. Для них подойдет бумага желтого, красного, лилового или розового оттенков. Тюльпанами, изготовленными в технике квиллинг, можно украсить открытку к 8 марта или блокнот. Также, можно сделать отдельную композицию или картину. Для тюльпанов понадобится бумага, для бутонов, стеблей и листьев тонкий. Пинцет, ножницы, клей ПВА и, по возможности, трафарет. Необходимо продумать, какой формы будет бутон. Самая простая форма, в форме полумесяца. Однако, тюльпаны в таком случае получатся лишь схематическими. Продумайте, каким будет фон для будущих тюльпанов. Он должен быть ни в коем случае не ярче, чем сами бутоны цветов лилии в технике квиллинг, мастер-класс. Лилии бывают различных цветов, белого, розового, желтого или оранжевого, несмотря на то, что наиболее подходящий цвет – белый. С ним новичкам лучше не работать. Белая бумага очень маркая. Если не сформировалось навыков работы с материалами, начинающий мастер просто запачкает белую бумагу. Если же вы все же решились работать с белой бумагой для квиллинга, дождитесь полного высыхания элементов. Иначе зеленый цвет листьев может запачкать белые лепестки лилии. С квиллинга могут быть плоскими или объемными. Из них можно создать чудесную композицию для украшения интерьера. Лилии хорошо сочетаются с розами. Розы в технике квиллинг. Розы непросты в изготовлении. Поэтому, новичкам лучше начать с изготовления других цветов. Чаще всего, розы делают не из стандартной фигуры ролла. Для розы бумагу скручивают таким образом, чтобы плоские части вылазили наружу, имитируя лепестки цветка. Розы можно делать плоскими или объемными. Лучшие цвета для роз – красный, розовый и белый. Опытные мастера умеют сочетать несколько оттенков, чтобы роза выглядела реалистично, темнее внутри и светлее снаружи. Как делать нарциссы в технике квиллинг. Мастер-класс. Обратите внимание на строение нарциссов. Эти цветы имеют головку, которая направлена вниз. Также, они имеют лепестки и внутренний бутон-колокольчик. Чтобы нарцисс был похож на сам себя, лучше делать его объемным. Тогда, все детали цветка будут заметны. Нарциссы бывают двух типов, белые с нежной желтой серединой и желтые с яркой желтой серединой. Часто, чтобы упростить изготовление нарциссов, их делают не сбоку, а сверху. То есть, создается впечатление, что их бутоны направлены на зрителя. Квиллинг, мимоза, мастер-класс. Мимоза имеет много маленьких цветочков, шариков и острые листья. Для ее изготовления понадобится яркая желтая и темная зеленая бумага. Обратите внимание на цветы мимозы. Они пушистые. Такого эффекта можно добиться, мелко порезав полоски бумаги перед закручиванием.
Затем, разрезанные части достаточно распушить. Мимозу можно совмещать с другими весенними цветами, крокусами и тюльпанами квиллинг-букет. Самое лучшее, что есть в квиллинге, это огромный творческий потенциал. А красоты природы столь безмерны, что их можно воплощать вечно. Овладев навыками создания отдельных цветов, мастер может приступать к изготовлению букетов. Здесь уже потребуются не только технические навыки, но и чувство стиля. Как правильно делать красивые цветы в технике квиллинг, советы и отзывы. Квиллинг – очень кропотливый вид творчества. Только после приобретения навыков фигуры будут получиться более-не-менее быстро. Поэтому, запаситесь терпением, аккуратность является главным фактором для получения красивых композиций. Какой бы гениальной ни была задумка, в грязном или неровном виде на нее будет просто невозможно смотреть, детали из бумаги очень мелкие, поэтому готовьте место для работы заранее, дожидайтесь полного высыхания деталей перед прикреплением ее к основе, не кладите много клея ПВА. Даже небольшое его количество хорошо клеит бумагу, не скупитесь на инструменты для квиллинга. Это обеспечит вам более легкую работу и ровные детали, не торопитесь, растяните удовольствие от создания своего шедевра, не ограничивайтесь созданием только одного мотива. Ищите те, которые будут вам по душе больше всего.